Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор нашей любимой игры и танков, мир танков от Lesty Games. Сегодня у нас на обзоре средний танк, 5-го левела, шведский, да, проходная прокачиваемая ветка, СТРВ М42. Вот такой вот луноход интересный, да. Ну и, конечно же, начнем мы сегодняшний обзор с бронирования данного агрегата. Погнали! Итак, коллижен модель нашего СТРВ М42, боковое бронирование сходу 30 мм, и за счет рикошета вы даже можете на нем чего-то там танковать. Но нижней частью, здесь подставляете вот эти вот щеки, подбашенные рубки, вас сюда будут пробивать. Поэтому на этом танке не рекомендую от борта в принципе играть, да и брони здесь совсем-то и нет, да. НЛД зато, смотрите, какой у нас, 120, 112, центр 55, выше 57-68, здесь рикошет, хороший угол наклона ВЛД, не пробьете. Вот. Подбашенная рубка картон 60, надгусеничные полки имеют хороший угол наклона брони как в горизонте, так и в вертикали, поэтому рикошет. Так что есть здесь интересные места. НЛД, ВЛД, надгусеничные полки, маска орудия картон 60, основная бронеплита башни 55, лючок 55, и вот еще одно интересное место, где вот в краевой части тоже будет рикошет. Так что есть здесь рикошетные места, и СТРВ действительно очень часто что-то рикошет. В этом плане здесь шведы постарались. Так, с броней разобрались, условное кое-где присутствует за счет рикошета. Давайте смотреть основные модули. У нас здесь две пушки, 4-го левела, хоть танк 5-го. И, соответственно, разница здесь есть и существенная, в первую очередь, конечно, по бронепробитию. Да, эта пушка дольше заряжается, и здесь больше альфа, соответственно, дольше заряжается. Но основа настрела, да, и побед в боях, это бронепробитие. И оно здесь присутствует, в отличие от стоковой пушки. ДПМ здесь повыше, потому что пушечка-то быстрее заряжается. Точность одинаковая, время сведения на топовой хуже. Но в любом случае, наша цель вот эта пушка. По поводу башни, что у нас тут, 330 обзор, здесь у нас, наверное, 350, да, вот, и по броне тоже башни чуть-чуть побольше становится, поэтому важный модуль. По рации, 400 метров против стоков 3,45, небольшая уж разница, можно, по сути, даже, может, и не качать. 410 топовый двигатель, 324 сток, процентов, кстати, 20 подвижности вам движок даст, поэтому качать. Ходовая 45 градусов в секунду поворачиваем, здесь 41, плюс там 10% на месте крутится, вам топовая ходовая позволит. По оборудованию стандартный комплект поставил, вот турбина, просветленка, досел. По снарядам бронебойный, как основной, так и голдовый. Летит основной 815, голдовый 890. Ну так, минимально комфортная скорость, полет, снаряд присутствует. Снаряжение, ремка, аптечка, автоматически, желательно огнетушитель. Я поставил доп. Паёк. Вот, 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой сейчас в табличке. По плюсам, минусам данного агрегата. Мы помним, что брони здесь практически нет, а в башне вообще ее по сути нету. Но у нас шикарные УВН. Аж минус 15. Минус 15, да. Поэтому реализовывать их можно. Желательно из инвиза. Вот, 2,36 время сведения. Не очень супер комфортный. 0,36 точность. По ХП 590 стандартный параметр, по мобильности 49 вперед, и это с турбиной, 22 назад, почти 20 лошадей на тонну удельная мощность. По незаметности, перк незаметности у нас у экипажа пока отсутствует вовсе, но где-то до 33% раскачать можно. По обзору 403 метра, и это на просветленной оптике. Низ, ну, можно было бы рассчитывать, хотелось бы рассчитывать на 420, но их здесь нет. В целом, хорошая подвижность, достаточно интересная пушечка, голда бронебойная с нормальной нормализацией. Поэтому, в принципе, я ожидаю от этого танка хорошие показатели в боях. Поэтому едем тестить. Вперед!
Так, попали на Париж. У нас обзор боем средний шведский танк Стервей М42. Вот, попали к четвертому левелам. Проходная прокачиваемая ветка. Пятого левела. Вопрос. Что мы будем в этом бою делать? У них два тяжа. Всего лишь. КВ и класс. Поедем, наверное, тяжи разбирать. Подключим голду. ПТСАУ куча вообще, просто куча. Такая себе подвижность, что едет, что нормально, что едет. Кого? Лосочек проехал. Лосочек проехал. КВ-1 тут, конечно же. Пока больше никого не наблюдаем. Интересоваться, что за мной выехал на квасе. Вот опять за мной. Тихо. Все. Вот видите, как мы тяжи расфармим. 1200. Теперь надо аккуратно. У нас хпшек нету ни хера. И плюс быка сломали. Мелкая дрянь. Сейчас ничего, класс, попали.
поедем назад. Ё-моё, мы проигрываем. Ну, ребята, по танку в целом хочу сказать, хорошая подвижность, хорошая КД, нормальная пушка, может делать дела, но, блин, союзники это наши самые первые главные враги. Вот. И этот бой не исключение тому подтверждение. Ай, живи! Ё-моё, дрянь мелкая убьет сзади. Фу, сбежал. Фу, ребята, 2К в поту страшнейшем. Преследует меня. Встал тоже на остров он. Блин, у меня вообще нет хп, у него хотя бы 460. Да, я ему на один выстрел. Да, что делать, ребята? Хп вообще нет. Вон деревья, он там все валит. Сейчас захват поедет. Ё-моё, я засветился. Ладно, 4 фрага, 2К, но не получилось затащить даже 200 почти суммы. Вернее, не суммы, чистого урона. Хорошая машина, но, блин, не проскочила, и надо было по-дальнему ехать. Увы. Ладно, в целом по танку. Танк хорош, хорошая подвижность, хорошее интересное орудие, но
в этом бою не удалось затащить. Извините. Мастера, кстати, дали. Вот видите. Мы мастера взяли. Да, 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 да. Все, спасибо. И за это спасибо. Все. Первое место по урону с огромным, просто безумным. От 6. Подожди, сколько фрагов? 6 фрагов воина нам дали, да? Нет? Ну-ка. Ну да. Вот, все, воин. Угу. Короче, крутые мы. Всем качать. На самом деле, обычный средний танк с хорошей подвижностью и пушкой. Играть на нем можно, как и на многих средних других танках при должном умении. Ребят, у кого есть такая тачка в ангаре, пишите свои комментарии, что вы думаете о СТРВ М42. Как по мне, хорошо сбалансированная машина. Какое оборудование вы катаете, также там под видео пишите в комментариях. Вот, ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. А мы этому танку по пятибалльной системе 4 с небольшим минусом ставим. В принципе, комфортная машинка. Все, всем пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.